Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Колбаску-то мы любим. Вот уже половину я приходовала. Вот. Покупала я ее в магазине Светофор. Вот такая цена. 327,90. Вот 500 чем-то грамм. То ли 580. В общем, на 200 рублей почти. Такой батончик. Просто хочу ее вам порекомендовать. Если кто собрался в магазин, то берите непременно. Такая вот на разрезе колбаска. Кто любит остренькое, перчик, то это именно для вас. Вот такой жирочек миленький. На вкус очень приятная. Без какой-то кислинки. В меру соленая. Бывает, что там вообще в рот не взять. И кислая, и соленая. Здесь вот самое то. Видите, и мясо, и жирочек. Все здесь сбалансировано. И вот перчик такой присутствует. Очень даже вкусненький. Я тут на краешке стола примостилась. Не обращайте внимания на фон. Вот у меня очень много разных дел всяких. Ну вот, думаю, надо заснять. И быстренько выложить для вас. Вот, рекомендую. Всем пока.